Больше вакансий нет. На должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики назначен Илья Ионочкин. Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев. Ранее Илья Ионочкин работал заместителем руководителя дирекции специальных проектов Россети «Северный Кавказ». В прошлом 2020 году он победил в конкурсе «Лидеры России» на новой должности, правда, с приставкой «ИО» он уже познакомился с состоянием коммунальных сетей города.